В Саратовской филармонии презентовали виртуальный концертный зал. Он рассчитан на 141 место. Здесь будут вести онлайн-трансляции концертов из Московской филармонии и архивные записи шедевров мировой музыкальной культуры. Со временем, возможно, появится функция 3D, и тогда эффект присутствия зрителей на концерте или балете будет полным. Виртуальный зал оснащен современным оборудованием, большим экраном 6 на 4,5 метра и высококлассной звуковой аппаратурой. Подобные залы скоро откроются еще в 15 городах России. Саратов принял участие в этом проекте благодаря инициативе министра культуры России Владимира Мединского, который приезжал в регион весной. Транслировать концерты в виртуальном зале филармонии планируют два раза в месяц. Первым стал концерт пианиста Дениса Мацуева и симфонического оркестра Московской филармонии. Конечно, этот проект уникальный, он новый, мы пробуем, как это будет работать. Конечно, главное, что положено было в основу этого проекта, это доступность. Доступность лучших образчиков классического исполнительства любому зрителю. Особенность этого проекта, так сказать, подчеркиваю его доступность, что он будет для слушателя абсолютно бесплатным. Пригласительный вход будет не свободным, он будет по пригласительным билетам, которые будет можно брать в кассе филармонии.